Болит коленка 2 месяца, вот здесь вот, и не можете приседать, правильно? А ну давайте посмотрим, как вы приседаете. Давайте ручки, попробуйте присесть, я вас держу крепко. Только если сильно больно, скажите, больно уже? Тянется 4 глава. Уже тянет, да? Уже тянет. Достаточно, хватит, поднимайтесь. Сделали МРТ, порван мениск. Ложитесь на спину. Сейчас мы проверим этот мениск на спину. Насколько он действительно порван или не порван. Дело в том, что есть 3 стадии разрыва мениска. Начальная, средняя и крайняя. У нас здесь 2-я степень. 2-я степень, это когда есть существенный разрыв, и мы его можем консервативно лечить без операции. Но эффективность 50 на 50. И вот сейчас мы посмотрим, все-таки будет 50 плюс или все-таки придется оперировать. Потому что при 3-й степени только операция. Но при 1-й мы всегда сможем вылечить это без операции. Смотрите, тест на порванный мениск здесь. Это вот такой вот. Больно? Так. Больно. А вы видите, тянут 4 главы. Угу. А оно, дело в том, что когда вот здесь вот разрывается, оно начинает отек везде. И вот здесь везде отек идти, и оно вообще беспокоит очень долго. Ну что, давайте попробуем. Садитесь на стульчик. Сейчас сделаем упражнение и посмотрим. Может, давайте. Опа, молодчик. Садитесь.